time that I remember, and I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Добро пожаловать в ваш новый дом. Приготовились? На что ты смотришь, а? Я твой папа? Он смотрит на своего папу. Давайте устроим им отличное шоу, хорошо? Единственный и неповторимый Айван! Зачем им понадобилась разъяренная горилла? Ты же настоящий самец. И ты у нас пугаешь людей. А ты меня не пугаешь. Это кто? Моя сестра. Где сейчас твоя сестра? Я не помню. Воспоминания не покидают нас. Они оказываются в недосягаемости. Вау! Это ты все нарисовал? Горилла, которая рисует. Что это? Так, не говори, не говори. Это одинокий исток сена. Поздним летним днем. Это жук. Ты не мог бы мне рассказать историю? Когда-то жила-была малышка-слоненок, умная и смелая, и ей нужно было жить в дикой природе, чтобы быть свободным. Айван! А может ли слоненок быть свободным? А как же Мак? Он заботился обо мне всю жизнь. Мы же семья. Мы в этом вместе замешаны. Единственный и неповторимый Айван! Айван, единственный и неповторимый. Тогда я просто перейду дорогу. Зачем тебе переходить дорогу? Чтобы попасть на другую сторону.